Добрый день, с вами канал Малорама и второй фрагмент 16 серии сериала «Игра моей судьбы». Эмине после слова Гура начнет свое тайное расследование, чтобы узнать правду о Сие. Ей скажут, что о Сие Йылмаз совершила убийство. Хелин тоже узнает у Зухаль, что о Сие совсем незнакомая женщина, она не жена Махиру. А Сие начнет понимать, что на нее все начинают странно смотреть и поделится своими опасениями с Махиром. Джамаль через Нергис узнает, что мама не хотела, чтобы так случилось. Она вынуждена была выбрать Махира, а не тебя, папа, скажет Нергис. На что Джамаль подумает, что Махиру угрожала Сие. Во время разговора о Сие и Джамале к ним в комнату ворвется Хелин. Но Джамаль не сможет уйти незамеченным из-под внимательного взора Хелин. Напряжение между Махиром и Джамалем набирает обороты. Из-за недопонимания ситуации со Сие, Джамаль хочет, чтобы Махир вел себя как мужчина. На что Махир не понимает, почему мужеству его должен учить Джамаль. Между ними начнется драка. А Сие придет, чтобы прекратить эту ссору. Как госпожа Эмине поступит, когда узнает тайну о Сие, увидим в 16 серии сериала «Игра моей судьбы», которая выйдет 8 апреля в 20:00 на телеканале Star TV. На этом все. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч!